Вот дошел ход у нас до багажника. Крышу мы сделали. Вот. И теперь у нас вот они вмятинки на багажничке. Вот, как только в засвете видно. А без засвета ничего не видно. Вот, видно, как играют на предметах. Тут как бы проблемы большой нет. Град не очень большой, но проблема вся в том, что тут большая часть их спрятана под усилителями. Ну, опять же, начинаем работать с того момента, что, как говорится, лежит в открытом доступе. А потом уже будем заниматься дальше. Тут немножко, всего лишь 50 вмятин на багажнике. Ну, под лампой их будет чуть больше, но как бы это не так, как на крыше. Где была, так сказать, каша из вмятин. Вот тут уже, я думаю, будет чуть попроще. И второй момент, как бы негативный. Вот эта часть багажника. Вот так вот. Вот я линию провел. Она подкрашивалась, рихтовалась у нас. Поэтому тут надо очень аккуратненько. Потому что можно накосячить. Вот. Человек предупрежден, что если как бы не будет выходить, я их оставлю. Ну тут буквально 1, 2, 3, 4, 5 вмятинок. Я думаю, все получится, но рвать краску и лак мы не будем. Приходится делать клеем, потому что практически все под усилителями. Тут усилителей куча. И в открытом доступе тут из 10 2-3 штуки. Уже кое-что вот здесь вот подобралась. Так потихонечку приходится, к сожалению, выклеиваться, потому что сверлить отверстий и делать из усилителя сито тоже смысла нету. Вот. И второй момент, можно прошернуть багажник, поэтому принято решение, то что правится, иду подряд. То, что правится, править, а то, что не правится, пока оставлю, потом решение будем принимать. Засвечивает, конечно, камера сильно, но что поделать. Вот они, шишечки, ямочки, выдергиваются потихоньку. А некоторые вот так вот нехорошо выдергиваются, приходится их по нескольку раз разбивать и переклеивать. Некоторые выходят нормально. Особо не удается в лампе снимать. Сейчас теплую включу. Теплым чуть побольше видно. Вот они, выдернутые
шишачки. Тонкая работа, конечно. Стараюсь не перетягивать, но не всегда получается. Продолжаем работать. Преимущественно работается клеевой. Чем больше ковыряешь, тем больше вмятин находишь. Особенно под лампой. Продолжаем потихонечку ковыряться. Продолжаем дефектовать и делать косячки. Вот шишечка. Выгнал на улицу. Вот почему-то у меня с шоколадным цветом проблемки. Виднее, я клею наклеечки. Расклеиваюсь и дергаю опять, потом забиваюсь. Так мне попроще работать. Ну, уже как бы дело за серединку перевалило, уже попроще. Приходится делать клеевой, поскольку крючками доступа нету. А выдумывать на каждую вмятину свою ковырялку делать тоже смысла нет. Проще тут град подергать клеевой. Подергаться, позабивать. Очередная дефектовка. Капота заднего. Резкость что-то не наводится. Большинство косячков ушло, но вот кое-где еще вот этот целлюлит, конечно, мешает. В общем-то, конечно, уже основное ушло. Основные моменты. Такие как бы то, что в глаза бросается, уже убрано. Хочется сделать получше, поэтому сейчас еще приглядываюсь и в таком свете. И под лампами, и под люмками, и под LED-лампой, и в полосочку. Ну, как говорится, плохо само получится. Надо стараться делать хорошо. Вот линии тут пляшут. Там мелкий-мелкий целлюлит, потому что града было много. И он прям кашей все побил. Ну, так, в общем, конечно, уже такого, что было, этого нету. В принципе, работа уже как бы завершена, осталось там кое-где мелочи подчистить, а так все уже нормально. Ну, вот так выглядит в линиях. Вот так вот выглядит уже в линиях.
кое-где, конечно, пооставались. Вот такие вот целлюлитики. При ближайшем рассмотрении. Это вот сколы, царапинки. А так, конечно, все подвышло. Ну, это не идеал, конечно, но как бы на улице это уже будет не видно.